Итак, набережная реки Томь. Операторы смеются, Антон Павлович болтает. Это Антон Павлович Чехов, вернее его памятник в городе Томск. Подарок благодарных томичей Антону Павловичу за то, что он их нелестно изобразил в одном из своих произведений. Дело в том, что когда-то Антон Павлович посетил этот город, и у него сперли туфли. Поэтому здесь он изображен с какими-то ногами, без туфель, без ботинок. Это Антон Павлович Чехов глазами пьяного мужика, никогда не видавшего, не читавшего каштанку. Ему холодно, минус 21. Январь, мое путешествие продолжается. Россия, Томск, Сибирь, Угар, друзья. Новое путешествие, новый город, новые впечатления. Я алматинский путешественник Андрей Алмазов. Передаю всем привет в славном городе Алма-Ате и за его пределами. А мне куртка Каринтия. Термобелье у меня в стирке. Посмотрим, как оно будет после стирки выглядеть. Всем привет, обнимаю. Карма Пачен.